Скажите, пожалуйста, какую именно работу вы здесь проводите, сколько ли у вас работников примерно и как? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Первую очередь хотел бы поздравить всех, кто посетил реликвии, кто намеревается посетить реликвии, пусть Аллах Тааля всех их эти зиарат и все намерение пусть Аллах Тааля примет. И во-вторых, я, конечно, как бы возглавляю вот этого процесс столовой еды, и около 70-80 человек у нас обслуживающий персонал, и каждую ночь на разговение и на сухур, на пост приблизительно около 1000 человек употребляют пищу. Утром и вечером, да. Утром, вечером 1000 человек, утром 1000 человек, приблизительно больше-меньше 100-200 человек вот так употребляют пищу. Бывают ли какие-либо проблемы в этом деле? Проблем никаких нету. Алхамдулилля, люди садака тоже приносят. Насчет пищи тоже очень ребята готовят. Плов, хороший плов готовят, есть бульон, другие продукты. Насчет этого проблем нету. Хотел бы выразить большое баркала, благодарность тем людям, которые проявляют инициативу, дают сюда садака, звонят, дают деньги. Алхамдулилля, очень хорошо все помогают. И в последнюю очередь, что бы вы хотели пожелать всем людям и дагестанцам в частности? Хотел бы, конечно, пожелать в первую очередь мира, благополучия, и чтобы Аллах Тааля вот так нас в радости постоянно собрал, и чтобы Аллах Тааля нас уберег от бед, от войн и так далее. И всем всех благ. Алхамдулилля Раббил Аламин. Спасибо.